привет! К сожалению, временно испытываю кризис идеи и падение мотивации. Ролик про 13-ю штольню так еще и не доделал, но все же для вас у меня есть сегодня кое-что интересное. В мартовской вылазке на второй рудник, ну, это тот, что бык, ну, вы знаете, мы с товарищем обнаружили очень необычный минерал, структура которой была не похожа на все найденные прежде. Он был хрупкий и необычайно ярко светился в ультрафиолете. Небольшое количество образца все-таки удалось спасти и поместить в пробирочку. В естественной среде он был довольно мягкий и совсем не хрупкий, но как только мы его достали и вытащили на поверхность, он стал заметно терять воду. И теперь, как вы можете видеть и слышать, он стал довольно-таки твердым, потеряв при этом значительное количество воды. Цвет также изменился. В естественной среде он был насыщенно зеленый, сейчас же цвет изменился на ближе к желтому. Ну и теперь самое интересное. Что по радиации? Прибор готов к работе. Крышка закрытая. Сначала посмотрим, есть ли здесь гамма. Ну, расстояние приблизительно сантиметров 5. Практически никаких изменений. Открываем датчик. Он громкий, зараза. Мощность дозы 1,7 миллирентгена в час. Опасно. Условно 1,7. Прибор выключен. Скажем так, не самый мощный образец. Как я уже говорил, минерал очень сильно люминесцирует в ультрафиолете. Источник света довольно-таки мощный, поэтому его пришлось разместить аж за 1,5 метра от камеры. Сейчас попытаемся извлечь вещество и посмотреть, как оно будет выглядеть вне пробирки. Довольно сыпучий. Без ультрафиолета, как видно, все достаточно уныло. Ну и напоследок контрольный замер. Также датчик открыт, только уже без пластиковой колбы. Возможно, приборчик увидит немножко альфа. Мощность дозы 4,4 миллирентгена в час. Опасно. Прибор выключен. Я бы не стал полагать, что повышение фона – это заслуга альфа-излучения. Так как у данного прибора эффективность по альфе урана-238 там вообще мизерная, что-то меньше 5%. Кстати, имею планы записать пару роликов про уже известные минералы с наших рудников. Ну, такие как шеркингерит, цепиит, там, уранопилит. Если интересно, подписывайтесь. Всего доброго!